Здравия желаю. Что? Меня зовут Евгений Зимин, я представляю Детскую Республику Поленово. Ну что стоим? Сесть! Мы хотели бы пригласить вас к нам в лагерь, чтобы вы провели творческую встречу с нашими ребятишками. Я, конечно, понимаю, что вы очень занятой человек, у вас съемки, гастроли. Но, может быть, вместо каких-нибудь съемок вы приедете к нам в республику? Толя, ты что, сдурел, что ли? Никак нет. Только я не Толя, я Женя. Я просто подумал, что если бы вы приехали к нам, то вы доставили бы огромную радость нашим ребятишкам, и, думаю, вам бы тоже очень понравилось. Ну ладно, может быть, ты прав, Щукин. Отлично, только я не Щукин. Ну, значит, договорились, я могу идти. Ладно, давай, иди уже. Свободен.